В данный момент мы, блядь, совершаем проникновение. Проникновение в жилище, блядь, первого отделения. Говно, ебать, месиво, заебись. Та-та-та-та-та-та, блядь. Жж. Вот они, блядь, борцы, ебать. У бойцов все охуенно. Как можем, водичку попиваем. Вот, пятерюшки поедаем. Короче, биотуалет у нас, вон, видите, там кусты. Нет, подожди, биотуалет вот он. Здесь и стрёмно. Нет, это наша столовая, нахуй. Харчи оттуда добываем. Можешь ногой туда тыкнуть? А кому приходили, в гуманитарку? Пизду дальше боюсь. Сейчас, чик. Ну, можно спуститься. Спустись, глянь там, блядь. Оп. Включен. Единственное, блох нету. Вот это вот радует. Да, ебать. Где у меня еще фонарик-то, ебать? Тебе посветить еще? Да, не, у меня нормально. Не совсем как в пятизвездочных отелях, блядь. Представляете, мы там девятером отдыхаем. Тут 9 человек у нас, ебать. Из такого имеется. Охуительно. Броня вон у нас есть место под броню. Теперь. Вот это вот нам выделило, блядь, магазин, нахуй. Вот это выделил магазин, нахуй, то, что над нами. А блядь. Вот гуманитарная помощь. По 110 рублей, вот нахуй, за метр, блядь. Да, вот это вот нам выделили, блядь, на отделение. На 10 человек нахуй, на 10 человек 2 нахуй. Это родная. Отлично, вот, ебать. Сделали, блядь. Столик, вот, блядь, лакшерис, ебать. 6 метров на отделение, нахуй, 200-й доски. Вот теперь точно хохлам пизда, блядь. Мы этими досками их забьем, нахуй. Как бешеных собак, нахуй. Я еще не люблю, это все прозрачно. Вот мы в печке вскипятили кофе, блядь. У нас нано-огонь, блядь. Надо еще подкинуть. Нано-технологичная печка у нас, блядь. Нам тут давеча, блядь, принесли кулемет, ебать, антихохловский. Вон это чудо, блядь, машина. Потрошитель хохлов 3000, блядь. Як ще куля в лоб, то куля в лоб, ебать. Пизда, блядь. Это, блядь, только носки, блядь. У всех, нахуй. Ебучая русская, блядь, армия Второй мира, блядь. Насчет 5 до 10, да, блядь, за оставление позиции. Я в ахуе, блядь, просто в ахуе, что-то, блядь. Хитрый, просто пиздец. Перчатки бы я снял, да повесил бы.